Усопшего раба Божия, ново представленного блаженнейшего патриарха Игнатия, и онеже проститеся ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Когда Господь Бог учинит душу его, и где же праведнее упокоются. Милости Божия, Царства Небесного и оставление грехов его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим. Яко ты еси воскресение, живот и покой усопшего раба твоего, преснопамятного блаженнейшего патриарха Игнатия, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, со безначальным твоим отцем, со пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. И освети воду сию к освящению всех людей твоих, всегда ныне и присно и во веки веков. Добродетели Твоя и хвалы Твои исполни земля. Покрой нас кровом крылу Твоей, отжени от нас всякого врага и супостата. Умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши, яко благ и человек. Возьми, святейший Владыка, руки вашего святая, и благослови Тебя, Господи. Святительство Твое,
да поменят Господь Бога Царствие Своего. Святительство Своего, да поменят Господь Бога Царствие Своего. Ваше. Святительство Твое, да поменят Господь Бог Царствие Своего. Архиерейство Твое, да поменят Господь Бог. Святительство Твое, да поменят Господь Бог. Архимандритство Твое, да поменят Господь Бог Царствие Своего. Всегда и везде. Святейшие патриархи православные Константинопольского Варфоломея, Александрийского Феодора, Иерусалимского Феофила, Грузинского Илию, Сербского Иринея, Румынского Даниила, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, Кипрского Хризостома, Афинского Иеронима, Албанского, Анастасия, Польского Савву, Чешских земель и Словакии Христофора, Американского и Канадского Тихона, Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и господина Высокопреосвященнейшего Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломенского, и господина Преосвященнейшего Паисия, епископа Яранского и Лузского, весь священнический и монашеский чин, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Великого Господина и Отца Архиерея, святейшего патриарха Московского и Сирийского, и Богородицы Сергия Николаевича, священного Иисуса, за благодарение вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда